Кто тут? Кто тут? Сынок. Кто тут проснулся? Тут. Ты тут, мой хороший. Как ты спал? Мам. Кто это достал? Ты достал? Как тебе спалось, сынок? Что приснилось? Ничего? Доброго утра! Вот холодец я уже разобрала, порезала мясо. Мы любим эти отушек и вот эти вот все хрящики, поэтому я их тоже сюда мелко порезала и положила сюда. Потом процедила бульон, на низ немножечко морковки, но зелени я не уложила, потому что мы его не переворачиваем. Мы сразу вот прям в формочках нарезаем и кто сколько хочет, накладываем. Но обычно холодец ем только я, но и родня, если приезжает, то поэтому... Вот, и мы переворачивать его не будем, то есть там нам снизу красота особо не нужна, но я немножечко морковки положила на низ, потом мясо резанное, потом процедила бульон, в бульон добавила несколько зубчиков чеснока, раздавила, все это размешала, и вот этим бульоном с чесноком все залила. Вот такой вот красивый, мне кажется, холодец получился. Сейчас он еще достаточно теплый, поэтому я накрою крышечками, он будет сначала здесь остывать, потом уже поставлю все в холодильник. И вот с одной кастрюли мультиварки полной, вот у меня получилось два больших и одна вот такая маленькая тарелочка. Мяса там достаточно, мы любим с мясом, кто-то любит холодец именно, чтобы было много юшки, но мы любим с мясом. Поэтому вот так вот будет такая красота. Сержуня не ест, ем в нашей семье только я, дети не знаю, как-то мы холодец не варили, поэтому не знаю, как дети будут на него реагировать. Так, я в детских наконец-то навела порядки. Мы сделали перестановку, у нас теперь здесь диван, стол, естественно, и шкаф. Ну, никуда я сама их не передвину. Ну, стол можно, но мне кажется, здесь стоит вполне себе нормально. Вот. В общем, вот так вот получилось. Мои дети лично обожают, когда я именно выставляю машинок и всяких вот этих человечков разных всяких, и животных, потому что тогда у них прям фантазия просыпается, чтобы играть. Сюда я в этот шкаф сложила лего и кубики наши самодельные, и вот лего, в которое мы перебрали, потому что в этой коробке было не только лего, там всякий даже мусор был, поэтому мы все вчера перебирали, кубики тоже все перебрали. Все остальное я убрала к нам в шкаф, если вдруг что нужно. В ящиках столов тоже поубирала, везде под кроватью уже тут поубирала. В общем, ура, теперь чистенько у нас. Ну, только в детских. В остальных пока я еще вот такую идеальную чистоту не наводила. Ну, все впереди. И Гришина, естественно, тут вообще у Гриши и у Антоши в спальнях они такие маленькие, что тут перестановка не до... Никак, пока не получится. А вот Башке Галин же цветочек, который она мне подарила. Он уже тоже, вот какие у него красивые цветы, вообще безумно красивые. Такие полные. Мне кажется, вообще здоровские. Когда все три веточки распустятся, будет очень красивый. У меня уже сварился бульончик. Два небольших вот таких вот кусочка мяса. Вот я его процедила. Вот что значит домашнее мясо. Бульон вообще очень красивый, желтенький. Так, что еще делаем? Сегодня суп с чечевицей у нас по плану. Я заложила уже посудомойку. Но вот это вот все я в посудомойку не ставлю. Естественно, бутылки нужно здесь полоснуть. И фужеры. Вот это все я в посудомойку не засовываю, потому что... Не знаю, мне не хочется занимать место этим всем. Но у меня закончилось средство для мытья посуды, поэтому мне его надо купить. Да, по поводу вот этого средства, оно, конечно, бе-бе-бе, очень жидкое, очень быстро закончилось. На мой взгляд, учитывая, что я столько посуды перемыла в посудомойке, то есть если бы я бы все это мыла им, он бы закончился, наверное, за неделю, может быть, чуть больше. Поэтому его я больше брать не буду. АОС или Фейри, вот эти два средства, которые мне нравятся и по густоте, и по, ну, качеству, в общем,
и соотношение цена-качество, мне их нравится. В общем, ладно, сейчас еще мне нужно, кстати, мультиварку помыть после холодца. Сейчас сварим суп с чечевицей, и как раз уже Сижуня привезет Григория. У него сегодня 5 уроков, которые закончатся в 12.15 или в 12.20, поэтому я как раз сейчас супчик успею приготовить. Так, супчик мой готов. Он такой вот очень красивый. И тут все выбежало, пока я Афоню одевала на улицу. Я еле сейчас плиту быстренько помыла, пока это все не застыло, не засохло. Мы идем на улицу. Пасмурные дни у нас, конечно. Солнышко то выходит, то заходит. Погода такая. Осень и весна, знаете, очень часто за день меняются местами. Так, идем. Афоня уже тут играет. Гляньте, как тут трава вымахала. Надо все срочно косить. Сейчас буду это снимать, все беленькое, светленькое. Так, что хотела еще показать? Кучу-кучу одуванчиков. Вот они, желтые. Желтые одуванчики, прям их достаточно много. Уже вот и смородину видно. Это у нас, по-моему, черная, а вот это вот красная. Вот она уже зелененькие такие. Висят уже как гроздочки маленькие. И вот тучи, видите, то заходят, то солнышко выходит. Но дождя не было, что вчера, что сегодня. Но тучи бегают, пугают нас. А! Так, все, у нас обед уже. Григорий с папой приехали. Как там в школе, сынок? Все нормально? В порядке? Хорошо? Вот наш супчик очень красивый. Сейчас будем его кушать. Мясо еще сейчас пообрезать надо. У нас уже 3 часа без 5. Я только что приехала с титеровки. Мама была с детьми, Афоня-то, в принципе, спит. Григорий сам выучил уроки. Я сейчас пойду проверять. Ну, мы все с ним обсудили, как что делать. Сейчас он сам все выучил. Сейчас покажу просто большой заказ такой. Ну, для меня это большой заказ. Даже мне его отдали в коробке. Вот такие вот розовые коробки. Чек. Весь очень длинный-длинный. Фаберлик. Сейчас покажу, что здесь мы заказывали. Все то, что мы любим. Вообще все то, что очень часто заказываем. Ну, каталог. Сейчас можно выбирать упаковку. Вот такие вот 2 пакетика я взяла. По-моему, очень даже мимимишные девчачьи. Это вот мамина долгожданная покупка. Это джемпер. Джемпер. Ну, как-то по-нашему это джемпер. Это полувер для женщины. Серый. У него же штаны такие бирюзового цвета, мятного, а вот джемпер решили серый заказать. Посмотрим, померить, посмотрим, подойдет или нет. Так, заказывали такой вот набор, пилинг, в общем, все для ручек, для стекол и зеркал. Ну, мне нравится, цена-качество соответствует. Могу сказать, здесь одна мне, одна не мне. Что еще? Мыло Фаберлик я взяла попробовать. Вот это вот с орхидеей. А самое вообще наше любимое, их, наверное, здесь 3 штуки, это мыло для кухни именно с фруктовым ароматом. Очень оно приятное. Да, их тут аж 3 штучки достаем. Дальше тоже... Люблю-люблю. Это универсальная чистота и блеск. Добавляю и когда пыль протираю, и пол мыть. 2 штуки. 2 штуки для туалета. Оно такое прям густое. Его надо прям размазывать. Оно не стекает по стенкам. Вот. Средство для ванных комнат. Очень тоже нравится. Особенно, когда оно за 139 рублей. То мы его всегда берем, но это получается по каталогу за 139, и так еще дешевле. Так, у них появилась новинка для чистки ковров и обивки, диванов или кресел. В общем, попробуем почистить наши ковры вместе с вами и посмотрим, действительно ли стоит его брать или нет. Пока доехала, уже даже вспенилась.
Это детям обалденная тоже шампунь. Один уже заканчивается. Вот этот будет на замену. Тут куча этих карточек дали. Так, здесь что? Ага, это гамаш, но это не мне. Зубная паста — это нам. Шампунь. Я люблю такие биоактик. О, мамуля, давай мерить. Я ж пришла. Угу. И тут вот по мелочи всякая. Бальзам этот наш любимый, детская зубная паста для пяточек и обычных мылок на всякий случай показала. Еще даже пакетик какой-то здесь лежит. А вот еще блеск, но это тоже не мне, вот такой вот. Лоли. Липс. А, вот еще крышечки, но это тоже не мне, попросили заказать. Вот такой вот заказ был от Faberlic. О, мамуля сразу уже в новом этом, да? Ну ничего, он хорошо, 50 размер, нормально, да? Да, он после, ну, да, можно было бы 52, да? Рукава как-то. Да, да, можно было бы. Ой, это что за карточки у вас? В следующий раз. Это на скидку. Григорий, а ты что? Выигрышный? Я в коробке. Да, выигрышный. Это будут раздавать, вот в карты играете, нате вам карточку. Да. Да, тут куча же карточек у тех. На скидку. А что, что все, Антошика забрали с садика. Да, Антон Сергеевич, ты уже дорос? Дорос? Нет, у нас это ж, надо ж ехать же домой, зайчик. Сейчас же поедем на Красную площадь. Ты не хочешь на Красную площадь? Бабушка. С бабушкой будешь дома? Ну поехали сейчас папы спросим, может ты будешь с бабушкой дома, да? В садике, гля, какая красота, цветочки распустились, да? Поехали? А что, у бабушки с дедушкой побыть? Все, дома. Угу. Хорошо было сегодня в садике? Ирина Васильевна была, да? Она хорошо воспитывала тебя? Сейчас скоро вызывали Лилия Владимировна сынка. Она уже все закончилась. Она ему операцию делает. Зая, ты что-то выдумываешь, по-моему. Ну, вот такая где-то. Зая, кто тебе такая? Сам сочинил. Потом у Марии Викторовны особо ранее, а... Василия, хорошо, да? Довольно. Едем на Красную площадь. Сколько у нас сейчас? Без 15:08. Сейчас Антошек остался у бабушки с дедушкой, сказал, что будет там. А мы вот все вчетвером едем. Что? А ты не спишь, да? Да. А кто спит? А мама спит. Так Гриша, значит. В общем, Гриша заснул. А ты не спишь, да. Хорошо. Все, мы приехали. Не успевает. Ты не успеваешь? Давай быстрее, быстрее, давай. Нет, слишком, слишком. Все, мы приехали, да? Машина здесь? Нет? Пошли. С папой сейчас сходим и потом придем сюда, да? Ты читаешь что нам? А. Это Л. Л. Да. Л. А тут кто? Кто это? Тетя, да. Нет, иди сюда, там тети ходят. Иди сюда, да, мама, огонь. Все, тетя уезжает, да? Кто к нам приезжает? Буквы? Где буква Л? Покажи. Л. Какая это буква? Л, да. А где А? Нет, Тр. Вот, А. А, да. Не трогай. Это кто? Тр.
тетя, да. Зашли в спортмастер посмотреть велосипеды. Тебе нравятся они? Пошли, может, там детские есть, пойдем смотреть. Самокаты, видишь, кататься. А вот маленькие есть, иди посмотри. Ты сможешь? Да. Тебе не страшно? Хороший, да? Красивый? Так что, будем такой покупать или нет? Тебе какой нравится? Ставим этот на место? Да. Возьмем другой покататься? Это для девочек, да? Розовый. Это для Маргариты, для Зоечки. Вот этот Зоечке, да? Да. А тебе какой? Один. Вот этот тебе надо? Да. Папа, Афоня выбрал себе самокат. Где же есть? Крутой. Так это тебе такой на день рождения подарили? Да. Да. Он тяжелый. Этот тяжелый? Ставь на место, ставь. А тут у нас лёд. Возьми, попробуй. Гриш, вытяни ему вот этот беговел. Не трогай. Вот он вытягивает. Беговел. Здесь педалей нету, здесь же просто бежать. Ножками покайся. Здесь какие-то... А ему хочется педали крыть. Я видел, в Краснодаре много, вот так. Ну да, да, да. Ну как тебе? Это чтобы равновесие сначала. Кстати, это, наверное, лучше будут учиться держать равновесие. Сначала такие надо покупать, да? Ну как тебе? Все, езжайте. Три или сколько? 3999. Гриша, как всегда, не могли 4 сделать? Давай сзади полез. Мама, это же как баскетбольный. Как футбольный, наверное. Такой, или как волейбольный. Баскетбольный. Вот как баскетбольный, вот у Антона. У Афони. Он и отскакивает. Да, бол-бол. Пошли, давай. Зашли в Фикспрайс с Афонькой. Афоня, иди. Сейчас книжки посмотрим. Иди книжечки, Афонь. Смотри, какие тебе нравятся. А мама не так. Какие тебе нравятся, Афонь? Никакие. Видишь, про буквы, да? А вот. Будем с тобой... Смотри. С Антошей можно, да, заниматься? А тебе какая нравится? Вот это? Это про кого? Ну да, возьми, если надо тебе в школу, что еще надо? Цветную бумагу, так, что-нибудь надо, сынок? Альбом. Альбом, давай поищем. Одну возьмем. Одну, да, одну достаточно. А тут, глянь, какие еще подставки, да? Есть вот какие просто. Афоня, подожди, мама сейчас все посмотрит, ладно? Гляньте, какая гитара, а что это за магазин? А, ангел. Так, Гриша выбрал пиццу, как всегда. У него вот такая с курицей и с фасолью, а это была какая-то с грибами, да? И тебе сейчас будет. А ты что выбрал? Подарок? Сюрприз? Да. Ну, Фаня выбрал Happy Meal. Теперь мы ждем. Сейчас приготовим. Больше да? Похож на вареный язык. Да? Пиццу. Сейчас я тебе дам. Папа, я взяла себе попробовать какую-то с вишневым вкусом лимонад. Какой Happy Meal? Покажи, что там попалось. Домик? Да. Да, я посмотрю. Не надо сейчас открывать, да, не надо. Сейчас мы покушаем потом, чтобы там ничего не потерялось. В общем, это что-то со смурфиков. Там все домики, только разные цвета крыш. Ну, я думаю, там герои разные. А, дома откроешь, да? Ты. По очереди. Ты будешь крутить? Еще? Ну еще, крути. Крути.
Подожди, подожди, когда это сейчас выкатится. Какая, Афоня, красная? Оп, уродца. Какого цвета? Ты будешь... Да нет, может, Антошки взять? Нет, не пока мы довезем, она и растает. Сейчас будем ехать вниз. Тебе нравится, Афонь? Или страшно? Страшно? Ты не бойся. Не бойся, глянь, как мы едем. Да? Идем смотреть, что тут за фотозона такая красивая. История одной фото. Очень красиво. Афонь, тебе видно? Хоккей, как красиво, да? Тебе нравится, Афонь? Только надо подальше, сынок, а то сейчас как нам шайба прилетит. А что ты кушаешь? Жвачку. А, жвачку ты. Антошка, мы забрали. Еще слофики нажала. Ага, домик как шкатулочка, да? Да, это стаканка. Да, с крышечкой, да? Нет, как здесь раскрасить все еще да. Да, Сереженечка, да. Вот, здесь еще все раскрасить, да. Афонь, тебе нравится, что у тебя попался? Смурфик, да? Это еще все раскрасить, да? А. Да, с цветочком, да? Завтра какой день, Антош? День космонавтиков. Да? А кто у нас были космонавты? Кто самый первый? Гагарин. Гагарин? А ты откуда знаешь? Потом еще Святого Валентина. Нет, не Святого Валентина, просто Валентина Черешкова. Валентина Черешкова... Кто еще летал в космосе? Кто был? Гагарин был. А кто еще, ты говорил? Собачки. Стрелка. Да, и собаки были даже, да, в космосе? Да. У него там все летало. Там... Что ты хочешь, сын? Я космонавтик. День космонавтика? Не еще космонавтика, а космонавтики. Еще летал... Еще летали... Это... Помнишь там? Не помню, как второго зовут. Первый Гагарин. Цветов. А я не знаю, да? Цветов. Цветков, может? Цветов. Он где белые волосики, он там заставлял. А, да? Надулся. Сначала кричу надуваться. Да? Угу. Ну что, давайте скажем всем пока, ребята. До свидания. До свидания, каратист говорит. Да, 56 лет. Вот, а завтра мы еще разберем наш пакетик с фикс-прайса, посмотрим, что мы тут накупили. А то, мне кажется, уже фикс сегодня... Фикс-прайс, фиг вам называется. Фикс-космонавтика завтра! For all the times that you ain't my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't